Антонио Вивальди «Под небом» Альметьевского звучит нечасто. Для зрителей играет камерный оркестр «Ренессанс» из Казани. Ритмы классической музыки и синхронная игра артистов в самом центре города привлекает внимание проходящих мимо жителей, поэтому о количестве слушателей никто не беспокоится. Весь партер, то есть скамейки, заполнен. Искусство звуков, образов и движений в этот вечер переплелись между собой. Звучит солнечный вальс Алихи Сайдашева, а под него танцуют мастера спорта по бальным танцам Ирина Иголкина и Максим Боляпкин. Танцоры стали героями картины Полины Илюшкиной, которая в это время писала с натуры. В прошлом году оркестр тоже выступал в сквере «Каракус» в рамках культурной среды. Тогда художница написала картину, которая за год успела побывать на выставках в галереях «Изине» в Казани, а также в Йошкар-Оле и в Санкт-Петербурге. И сегодня также я буду создавать картину, портреты музыкантов. Может быть, захвачу гостей и зрителей. Посмотрю, как сейчас будет компоноваться работа. Картину художница планирует закончить через несколько концертов оркестра. 2 июля зрители смогут наблюдать, как произведение будет завершаться. Особенно радует альметьевцев возможность бывать на таких выступлениях, не выезжая куда-то далеко в другие города. Да, мы часто выходим. Я стараюсь как бы детей тоже приобщать к этому, потому что у нас маленький город, и выезжать тяжело с детьми. И вот то, что радует, что у нас в городе, в таком маленьком городе, и такого масштаба концерты проходят. Серия мероприятий культурной среды города проходит каждую пятницу и субботу с 6 до 8 вечера. В это время любой желающий может посетить скверы «Каракус», «Ешлек», «Огни», «Парк здоровья», «Каскад прудов», «Фонтан» за драматическим театром или площадку ДК «Нижняя Мактама». Рената Столярова, Ильнур Залятов, новости Юго-Востока.